Как сделать неубиваемое топорище? Данное видео я снимаю благодаря моему подписчику, который подсказал данную идею, как он это делает. Раньше я на колу, на топор ставил металлическую защиту, для того, чтобы не разбить топорище в этом месте. Но иногда металл попадается хрупкий. И на морозе он крошится просто, вот как в моем случае было, он просто раскрошился, разбился. Ну и минус, конечно, вот от саморезов или от гвоздей могут оставаться отверстия, да. У меня друг, он делает маленько по-другому, чтобы без саморезов, без гвоздей. Он берет баллончики, например, освежители воздуха и подобные им, дихлофос, срезает дно и одевает. Он говорит, плотно он входит в ручку, прям плотно-плотно, делать ничего не надо. Но я попробую сейчас другую идею, которую, как я уже сказал, подсказал подписчик, использование обычной пластиковой бутылки. Для этого я взял обычную бутылку из-под масла, сейчас я уберу эту наклейку. Ну и я буду использовать фен. Хотя он в комментарии написал, что он использует угли. Он на углях накаляет, и она плавится, стягивается. Вот я воспользуюсь феном, так как у меня, да, есть такая возможность. Поэтому давайте посмотрим, что получится. Вначале я уберу эту этикетку. Так она плохо сходит. А если ее нагреть, она легко сойдет. Главное не перегреть. Угу. Вот раз. Чуть не перегрел. Вот он клей. Ладно. Теперь одеваем. Ну и попробуем. Посмотрим, что будет. Как говорится, начнем. Не знаю, что лучше. Может быть, бутылка, которая меньше диаметром, будет лучше. Ну или посмотрим, как это, она большая, да, по диаметру. Ну, посмотрим. Как говорится, неубиваемый колун, не надо никаких гвоздей, металла никакого, который при сильном морозе может раскрошиться. Эти края, так, они подплавлялись, как видели сюда, да, выгибались. Особенно вот в этом месте, здесь было толстое, но здесь и толщина потолще. Возможно, я думаю, может быть, толщину делать вот в этом месте. Стараться, чтобы отсюда начинать. Может быть, вот так перевернуть. Вот сейчас подумал. И здесь будет тогда еще толще. Сейчас пойду в дело, применю. Так как у нас сейчас морозы под 40. Вот пойду сейчас поколю немножко дровишек. Проверю в деле данный колун. Спасибо вам за комментарии. Как видите,
некоторые комментарии обретают новую жизнь. Поэтому спасибо за комментарии, за то, что читаете комментарии, пишите. Как я одел данное топорище на этот колун? У меня есть видео на канале, поэтому рекомендую вам его посмотреть. Так как, смотрите, нет клиньев, но оно не слетает. Колун не слетает с этого топорища. Оно село, и я вот долго пользуюсь и радуюсь просто. А ведь деды знали, как делать так, чтобы навечно, да, надолго вернее. Ну ладно, вам всего хорошего. Ну, конечно же, до скорых встреч!